Всем привет, меня зовут Петр, я режиссер. Сегодня мы снимаем 8 рекламных роликов для бренда Hochland. У нас команда из 20 человек. К съемке мы готовились около 2 недель. Мы заранее согласовали сценарий, составили раскадровки, согласовали локацию, образы актеров, самих актеров. Сделали все, чтобы в этот день мы понимали, что конкретно мы снимаем, и заказчик был уверен в нашей работе. Меня зовут Егор Данилов, я оператор-постановщик на этом проекте. У нас было 3 истории, 1 дневная и 2 вечерних. Команда работает хорошо, уверенно. Актрисы у нас попались очень красивые сегодня. И актеры, и дети, и взрослые. Вот. На всех свет ложится хорошо, замечательно. Даже нижние рисунки. Отличный выбор режиссера, поддерживаю. Мы команда по стоп-моушену. И я сегодня фуд-стилист и сет-дизайнер. Я занимаюсь непосредственно съемкой. У нас очень удобная локация. Мы в отдельном помещении, что позволяет нам сфокусироваться на процессе, не отвлекаться. Меня зовут Лина, я художник-постановщик. У нас был небольшой подготовительный период, но, тем не менее, удалось создать, мне кажется, вполне праздничную, романтическую атмосферу.